До 31 марта все граждане Республики Молдова должны заполнить декларацию о доходах. Об этом проинформировала экономических агентов и население АТО Гагаузии заместитель начальника налоговой инспекции Татьяна Табакарь. Физические лица обязаны представить декларацию за 2013 год в следующих случаях. Если в течение 2013 года физическое лицо получило доход из заработной платы на двух и более местах на сумму, превышающую 26 700 лей в год, либо физическое лицо получило доход в виде заработной платы и доходы из других источников на сумму, превышающую 26 700 лей в год. По отношению к гражданам, укрывающимся от налогов, налоговой инспекции предусмотрены определенные санкции. Однако, как показывает практика, граждане Гагаузии являются законопослушными и ответственно относятся к выплате налогов. Я пришла, потому что кроме зарплаты я получила пару сотен за педпрактику студентов госуниверситета. Я должна заплатить сколько нужно. Ну, налоги, конечно, большие. Это по сравнению с зарплатой, что мы выручаем, это мизер, а платить надо много. Считаю, это необходимо для нашей страны, для нашего города, для наших граждан. Это необходимо. Даже небольшие суммы являются нужными государству. Вообще трудно. Если кого-то из семьи не выйдет в Москву или что-то, и откуда-то не придут деньги, на это только выживать можно. Отметим, что для определенных категорий граждан есть также освобождение от налогов. Каждое физическое лицо имеет право на освобождение годовое. То есть размер освобождения, и с этой суммы подоходный налог не удерживается. Есть для каждого гражданина, но этот гражданин должен работать и по основному месту работы, то есть там, где ведется трудовая книжка. Вот каждый работник имеет право на годовое личное освобождение. За 2013 год оно составляет 9120. Кроме того, если супруг, супруга не работают или не пользуются освобождением, данный работник имеет право на дополнительное освобождение супружеское, тоже в размере 9120. Заместитель начальника налоговой инспекции Татьяна Табакарь также отметила, что последние дни марта налоговая инспекция будет работать и по выходным.